Друзья, всем добра и мудрости! Приветствую вас на канале обучения и саморазвития. Сегодня мы поговорим о воплощении желаний. Мощная техника исполнения желаний «Стакан воды» опробована тысячами людей по всему миру. Раньше она была доступна только избранным людям со сверхспособностями, а сегодня каждый из нас может попрактиковаться. Это удивительно. Теперь вы в силах быстро исполнить свое желание. Всем нам знакомо чувство, когда чего-то хочется до дрожи, и мысль о том, что это никогда не сбудется, приводит в уныние. Что же делать? Предлагаем обратиться к технике исполнения желаний «Стакан воды». Она очень проста и в то же время эффективна. Реализовать свои мечты на самом деле не так уж трудно. Необходимо только немного подготовиться к важной процедуре. Итак, нам понадобится ручка, чистый лист бумаги и стакан воды. Какая вода нужна? Стакан воды – мощная техника исполнения желаний. Рассмотрим, как правильно выбрать жидкость. Можно взять отфильтрованную или обычную питьевую из бутылки. Под запретом – жидкость из-под крана или кипяченая. В ней нет необходимой нам энергии, поэтому она не сможет передать желание нашему подсознанию. Недаром такую жидкость называют мертвой. Она проходит через систему трубопровода и теряет большинство свойств, данных ей природой. Оптимальная вода – талая. Для этого жидкость нужно заморозить, а потом дать ей растаять. Таким образом, она очистится от любой негативной информации. Некоторые добавляют в стакан воды 2-3 капли лимонного сока для укрепления энергетики. Вы тоже можете поэкспериментировать, если интуиция подсказывает, что нужно провести дополнительные манипуляции перед началом воплощения техники исполнения желаний. Правила, конечно, нужно соблюдать, но силу внутреннего голоса еще никто не отменял. Стоит отметить, что у некоторых людей желания быстро исполнялись, даже если они брали неправильную воду, например, кипяченую. Вероятно, самое важное в этой процедуре – не строгое следование правилам, а ваш настрой. Попробуйте применить эту технику исполнения желаний, чтобы на своем опыте выяснить, необходимо ли так строго придерживаться всех правил. Но не думайте, что вода спасет вас от всех бед и выполнит даже самое нереалистичное желание. Будьте благоразумны, и тогда не придется разочаровываться в том, что вы загадали, например, стать долларовым миллионером через месяц, а это почему-то не сбылось. И недаром говорят, бойтесь своих желаний. Но если вы уверены, что ради исполнения задуманного готовы на все, мы поделимся с вами секретами эзотериков. Как сформулировать желание? Берем бумагу и переносим на нее самое сокровенное, что у вас есть на душе. Вот как загадать желание максимально эффективно. Первое. Прислушайтесь к внутренним ощущениям. Зачастую самый верный советчик – наш внутренний голос. Следующее. Запишите сформулированное желание в прошедшем или настоящем времени. «Я похудела» или «Я худая». Следующее. Под полным запретом использования частицы «не». Помните, что Вселенная ее не воспринимает. И вместо «я не курю» будет упорно получать от вас сигнал «я курю». Не стройте свое желание на чувствах мести и злости. Оно не должно нести негатива окружающим. Следующее. Загадывание желания для другого человека – не лучшая идея. Например, не исключено, что ваш отец просто не хочет худеть. Следующее. Если ситуация такова, что вам необходимо упомянуть другого человека, пропустите ситуацию через себя. Возьмем, например, выше. «Я рада, что мой отец похудел». Следующее. Детали очень важны. Если вы мечтаете о собственном доме, перед тем, как сформулировать желание, представьте его во всех красках. Сколько в нем комнат, какого он цвета, где находится, за какую сумму вы его приобрели. Следующее. Стоп-слова. «Хочу», «много», «больше», «лучше». Исключение, если вы вставите их в определенное желание. Нельзя писать «у меня много подписчиков». Намного лучше вариант «у меня в 2 раза больше подписчиков, чем год назад». Следующее. Перечитайте написанное и подключите интуицию. Важно, чтобы вам нравилось каждое слово, появившееся на бумаге. Ничего не вызывает чувство тревоги или неуверенности.
тогда пора приступать к следующему этапу. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Техника загадывания желаний. Ставим стакан воды в центр листа. Располагаем руки ладонями друг напротив друга над стаканом. Перед этим хорошенько потрите их друг об друга, чтобы почувствовалось тепло. Представляем, как между ладонями формируется шар. Постепенно вы начнете чувствовать появление сгустка энергии. Он должен излучать тепло. Помогайте себе. Закройте глаза и совершайте руками плавные движения, словно перекатывая получившийся шар. Далее, техника загадывания желаний предполагает визуализацию. Четко представьте, как желание входит в энергетический шар. Это должно быть то предложение, которое вы записали на бумаге. Так происходит зарядка энергетического сгустка. На следующем этапе погрузите шар в стакан. Не меняйте положение рук, ладони все так же должны находиться друг напротив друга, не задевая стакан. Когда вы почувствуете прохладу, исходящую от стакана, это будет сигнализировать, что желание погрузилось в воду. Теперь пришло время выпить энергетически наполненную жидкость. Помните, на один стакан воды можно загадать только одно желание. Если вы мечтаете о разных вещах, повторяйте весь процесс для каждой из них. Оптимальная частота – по одному разу утром и вечером. После каждой процедуры мойте стакан холодной водой с солью. Это обеспечит удаление всей поступившей информации. Почему техника «стакан воды» работает? Объяснить воплощение желаний можно не только с мистической, но и с вполне материальной точки зрения. Свойства воды изучены давно. Они не вызывают сомнений даже у представителей официальных наук. Множество экспериментов доказали, что эта жидкость способна хранить и передавать информацию. Соответственно, мощная техника исполнения желаний «стакан воды» не кажется чем-то из рода фантастики. Кластеры воды могут записывать поступающую информацию и менять форму от воздействия извне. Выпив запрограммированную жидкость, мы подаем сигнал Вселенной не только на духовном, но и на материальном уровне. Вот почему техника «стакан воды» столь эффективна. Если ругаться или думать о плохом, вода, находящаяся рядом, поменяет свою структуру. А еще все мы знаем, что если после тяжелого дня постоять под душем, то можно удивительным образом восстановить силы. Возможно, стихия через наводнения, штормы и сильнейшие ливни дает нам понять, что на этой планете слишком много негативно настроенных людей, зла, жестокости. Давайте учиться излучать позитивную энергию, чтобы сделать мир хотя бы чуточку лучше. И в этом нам поможет мощная техника исполнения желаний «стакан воды». Итак, мы рассмотрели основные правила реализации техники желания загадывания «стакан воды». Желательно взять талую жидкость, но если у вас не получается на 100% следовать инструкции, не опускайте руки, доверьтесь своей интуиции. Возможно, вы даже почувствуете, что в воду нужно что-то добавить для усиления ее энергетики. Загадывайте желания с добрыми намерениями, и у вас все получится. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти
найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!